prendo con piacere. Посмотрим. Зарезал. Обычно ранит так. Хорошо. Первое это где-то здесь. Так, это отменяем, а это включаем. Он быстрее будет. Так. Ваш противник убит, а это здесь было. Пробуем украсть технологию. Так, чтобы еще такого предпринять. Прибыль. Прибыль уже хорошая. Сократил количество военных кораблей, и торговля идет. Так, еще 5 ходов до Верховного суда и Национальной галереи. Тогда уже будет порядок хороший в Лондоне. Так. Надо готовиться уже к войне полным ходом. Тяжелая кавалерия, гренадеры, пехота пусть тоже будет. Здесь ну, попробую все-таки гаубицами повоевать. Пусть нанимается пока. Торгуют. Не удалось украсть технологию. Так, посмотреть сколько. Ага, здесь бастионные укрепления. Значит, только с пушками надо брать. Хорошо. Посмотрел. Здесь
Еще улучшаем порядок. Пусть торгуют. Посмотреть, что здесь. Так, этот сюда, а здесь нет войск. Хорошо. Если нападать, то надо со всех сторон сразу. Так, это отступим. Здесь будем ждать. Так, где ты тут был? Ага, вот. Avanti per il paese e la corona. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Меняем. Еще пехоту. Теперь осталось только пехоту добавить. Вот. Ага, есть. Вот пехота идет. Так, а здесь... Я уже всех особенных понанимал. Так, хорошо. Гвардейцев и тому подобное. Так лучше будет. Так, здесь 4 армии полные. Еще одна набирается. Дальше. Еще раз. Дуэль на шпагах. Так, нанят агент. Куда его послать? Вот сюда. Хорошо, мой противник убит. Здесь еще плохой порядок.
Дальше. In attesa di ordini. Так, хорошо. Pronti, in marcia. Порядок. Pronti e in attesa di ordini. Вот еще одна армия готова. Sì, mio sire. Раз, два, три, четыре, пять армий на севере Италии. В Хорватии две. В Валахии тоже две. Продолжаем. И здесь две. Так, еще один ход. Так, хорошо. А ну, сейчас посмотрю. Хальденбург, союзники Пруссия. Попробовать захватить Хальденбург сначала. А там две армии. Ладно. Подкрепление пошлю. И усары пусть туда идут. Так. Дальше. Дель, посмотрим еще. А здесь раненый уже. Дальше. Нанимаем пехоту быстрее. Здесь гренадеров итальянских. Пусть будут.
711 год уже. Ладно. Da sinistra, in marcia. Io, sire. Altri ordini? Truppe, avanti! Pronti e in attesa di ordini. Ладно, еще один ход. Пусть тут постоит. Vostra maestà? Что ж, приступим к войне. Так как мало времени, я нападаю на Ганновер. Ага, не получится воевать со всеми. Так, технологии не надо им. А вот платежи. Попробуем. Не хотят. Если вот так. Если 22 000. Порядок. Война. Cingeteli d'assedio. Освобождаем. Pronti, è in attesa di marcia. Так, это Голландия. Avanti. Cingere d'assedio. Освобождаем. In attesa di altri ordini, signore. I vostri ordini. In marcia, avanti. Vostra maestà. Da sinistra. In marcia, signore. Preparate le truppe alla battaglia. На Ганновер идем. Дальше. Pronti agli ordini. Abbiamo trionfato. Освобождаем. Uomini, avanti. Теперь эти. Signorsi. На Вену. Sono in trappola. Nemico sotto assedio. Это сюда. Cingere d'assedio. Nemico sotto assedio.
Это сюда. Чего? Разберемся. Ура! Ура! Оккупируем. Так, дальше идем куда? Ага, вот. Посмотрим. Нет перехвата. Так, этот город в осаде. Хорошо. О, восстановилось уже порядок. Так, пусть наймется немного. Куда бы его тут высадить? Пусть здесь высаживается. Париж будем брать. Здесь как его? Реймс будем брать. Так, что еще? А, да, чуть не забыл. Высаживаем войска. Кенигсберг берем. Хорошо. Неаполитанское королевство против Прусской империи. Так. Восточная Пруссия захвачена. Кенигсберг. Балканы захвачены. Особенности генерала. Так, Амстердам сдался, Клев. Так, ну то потом. Это все потом. Так, теперь будем захватывать другие города. Освобождаем. Так, хорошо. Это придется сражаться. Так. Ветер какой-то. Там пушки. Справа тоже. Ладно. Мон Дье, что за мерзкая погода? Сырой порох означает верный промах, месье. Да, да. В
Гусары там. Драгуны там. Генералов куда спрятать, чтобы артиллерия не повредила, если не убила. Что же. А здесь гарнизонная пехота. Так, а у меня морская пехота. Гренадерский полк. Итальянский. Неапольская легкая пехота. Неапольские гренадеры. Что же? Пехота вперед. Вперед. Русские драгуны перехватили моих гусар. Мораль слабая у моих драгун. Так, все. Он стреляет или нет? Так, пушки, алло, о, где? А, вот. Начали стрелять наконец-то. Побыстрее уже.
драгуны восстановили свою мораль. Сколько рухнуло их. Сюда. Можно поближе подойти. Вперед. Артиллерия. Все. Так, давай два сюда, а два вот сюда как раз. Все. Так. Вот так пехоту надо. Thank you.
Бам. Так, а эти. Вот так. Здесь попадает. Кирасиры русские. Эти надо немного назад отвести, пехоту мешает. Назад. Больше тут некуда стрелять. Так, хорошо, гренадеры. Стен сходят. Значит, сюда пойдут. На стены давайте. Хорошо. Кто здесь? Вот гренадеры. Лучше на дальнюю послать вас. Этих лучше на ближнюю стену.
Давай, на стену. На стены бегом. Здесь еще что такое? Рукопашную. Это гусары на помощь. Хорошо. А все остальные сюда. Сюда. Ворота наши. Сюда. Бегом марш. Вперед. Попробуем здание захватить. Хорошо. Приготовили для стрельбы. Все, стрельба есть. Стоп. А ну. Отошли в сторону быстро. Стреляют. Наши люди бегут, месье! Вперед. Порядок, захватили. Строение, все, пушки не нужны. Так, кто-то отступает. Ничего. Бегом. Здесь ближе здание. Вот, хорошо. От кавалерии спрятались. Так, хорошо. Ты куда? Наверх лезь. Куда вы повылазили?
и не приказывал покидать здание. Артиллеристы отступают. Вена взята. Освобождаем тоже. Так, хорошо. Это нам не надо здесь. Так. Дальше. Это. Гренадеров полно. А, здесь тоже малая бастионная, но придется брать и малая бастионная. У меня легкой пехоты нету, жаль. Что ж, все равно придется сражаться.